Оказалось, что все музыканты еще в детстве гоняли мяч. Герман Ивашкевич играл в московской юношеской команде и занимался в хоровом училище. В итоге сделал выбор в пользу музыки. А солист группы Руслан Щукин вполне мог сделать спортивную карьеру. То есть, если ты хорошо играешь в футбол, выходи и играй. Если ты играешь неплохо, то лучше не надо, потому что футбол не терпит халтуры. Вот. Да, я играл действительно в футбол, я играл, живя в Великом Новгороде, вот, играл в футбол, вот, несколько, ну, это так, на таком, на абсолютно любительском уровне, у меня была серьезная травма, поэтому, к сожалению, не срослось, но я как Хулио Иглесиас. Не хочется быть футболистом, пою. Специально к мировому первенству земляне написали неофициальный гимн болельщиков. Ну, я надеюсь, что эта песня поможет нашей сборной выходить на каждый матч и доказывать всему миру, что мы умеем играть в футбол. В Нижнем Новгороде группа «Земляне» уже не в первый раз. Перед концертом прогуляться не успели, но все равно заметили преображение города. Смотрели на общее состояние города. Прям здорово. И знаете, что больше всего удивило? Ехали из вокзала, из вокзала в гостиницу когда, и нет привычной вот этой стиральной доски на дороге. То есть прям здорово. Очень понравилось. Молодцы. Из-за гастролей музыканты пока смотрели матчи только по телевизору, но обещали, если наша сборная продвинется дальше, будут искать возможность попасть на финал.